Это история о выживании мира, голоде, реальном социальном хаосе, который может быть из-за непоставок агропромышленной продукции. А для него это прежде всего давление и прежде всего деньги. С блокировкой нашего зерна все очень просто. Он продает свое. Он уходит от конкуренции и растет цена на его товар, потому что она становится эксклюзивом на крови. Он действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках зернового коридора, на таких процессах. Очень прагматический круг людей, который в этом живет. И пока идет война, они зарабатывают большие деньги, а он радикально настроенный на уничтожение граждан Украины.